Лед приближается к границам Якутии. По последним данным, на реке Лени кромка льда наблюдается в районе населенного пункта Миронова Киренского района Иркутской области. До границы с Якутией ему осталось пройти 280 километров. За прошедшие сутки лед прошел 70. В ближайшие дни кромка должна оказаться у границ республики. Сегодня оперативная группа регионального МЧС вылетела в Ленский район. Их задачей станет обеспечение безопасного пропуска паводковых вод. Напомним, что по данным Якутского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Ленском районе также ожидается подвижка льда. На сегодня уже началось вскрытие реки Нюя в районе населенного пункта Артанахара, поэтому завтра мы планируем провести ледовую разведку на территории Ленского района, это в сторону населенных пунктов Витим и Передуй, а также по реке Нюя организовать мониторинг и ледовую разведку в целях определения кромки ледохода и готовности самих рек к продвижению ледохода.